Здравствуйте, с вами Светлана. Напоминаю, что объявлен конкурс от 1 ноября, и призом этого конкурса будет постельное белье, которое я заказала в Т-декоре, двухспальное с европростыней. Конкурс состоится 1 декабря. 1 ноября начинается, 1 декабря он состоится. Я думаю, хватит месяца, чтобы подписаться, чтобы быть участником. Все условия в видео от 1 ноября. Пока-пока, с вами Светлана. Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня мы с вами будем, девочки и мальчики, делать новогодний фонарь. Этот фонарь можно использовать только в интерьере жилом помещении. Он будет безопасный, но если хотите, можно и, чтобы все-таки присматривать за ним можно было. Так, для этого нужно нам, да-да, девочки, рамки, 4 рамки. Рамки у меня в серебре. В магазине Fix Price были и не в серебре, были в золоте. Но я уже говорила, мне нравится серебро. Так, размер рамки... А, здесь написано, я хотела померить и сказать вам. Размер 10 на 15. Можно взять поменьше, можно взять побольше. Мне как-то вот больше, ну, этот размер приглянулся. Затем мне нужны будут декорации, шишки. Шишки я покрасила. Шишки собирала еще сентябрь, август. Набирала шишек. Ну, можно, в принципе, и сейчас. Сейчас еще снег не лежит, поэтому можно и сейчас пройтись где-нибудь в парке насобирать. Потом декоративные вот такие штучки всякие. Бусинки, ягодки. Все, что как бы у нас есть в запасе. Так, и что хотела сказать. Вот такой краской я, глянцевая эмаль, крашу все. Она, во-первых, большая, здесь литр. Литр стоит очень бюджетно, сохнет за 3 часа, написано, ну, вообще сохнет реально, она в квартире где-то за час, за 30 минут, быстро сохнет, недолго. Крашу все, и вот такие, в частности, шишки делаем снежными. Так, клей нам нужен, стерженьки клеевые, пистолет нужен, пистолет, так, сейчас... Поближе его покажу. Вот такой пистолет. Покупала его давно в строительном магазине. Но можно пользоваться и, допустим, из магазина Fix Price. Но что хочу сказать. Из магазина Fix Price можно пользоваться таким, допустим, склеивать элементы, которые не должны держать нагрузку какую-то. Ну, можно не так, чтобы вот прочно, как бы, он будет держать, но... Короче, чтобы не развалилось, лучше вот таким. У них стеженьки толстенькие. Один раз купили, и он надолго. У меня Fix Price есть, я покупала пистолет. Он у меня года 3, а то и 4. Так что, если аккуратно использовать, все, это будет долго у нас все служить нам. И мы в покупках, я показывала в покупках из магазина Fix Price, сейчас найду вот так вот, показывала, что я купила вот такую наклейку. Это наклейка на окна. Новогоднее снежное кружево у нас производитель. Сейчас мы раскроем. Это тоже для декорации. Можно что-то взять другое, что у вас есть. Моя идея, ваша фантазия. А ваша фантазия, девочки, не безгранична. Так. Лучше, наверное, показать на голубом. Будет более видно. Вот. Здесь сани, снежинки, елки и все тому подобное. У меня еще, кстати, когда украшала окна в прошлом году, у меня еще снежинки остались. Я с окон это потихонечку удалила, чтобы на окнах не оставались пятна от снежинок, протереть спиртом или спиртосодержащими напитками. Можно протереть, и никаких следов не останется. Это безопасно. Вот. И даже можно прошлогоднюю использовать. Но я покупала новые. Так что будем использовать новые. Итак, что
что нам нужно? Рамочки. Рамочки 4 штуки, девочки. Какие вы захотите. Большие, маленькие. Мы открываем их вот здесь вот. Так, удаляем. И вот эти вот крепежи мы удаляем плоскогубцами. Они удаляются, в принципе, очень просто. Сейчас я достану плоскогубцы. У меня здесь есть. Мы их просто вот так вот тянем и удаляем. Вообще даже не сложно. Отгибаем на себя и удаляем. Надо у всех удалить вот эти вот... Сейчас удалю последний. Все вот эти крепежи, потому что нам крепить ничего не надо. Убираем бумажечку. И стекло с обратной стороны мы клеим бесцветным клеем. Я клеила моментом бесцветным, потому что есть желтоватый клей момент, а лучше всего бесцветный, он прозрачный. Стекло никуда не вывалится. Клеится моментально, никаких следов не оставляет. Так что сейчас мы у всех удалим хвостики вот эти вот и приклеим стекло к рамке. Удалили мы вот эти вот крепления, но, девочки, я их не выбрасываю. Я их кладу в пакетик и в контейнер, вот в фикс-прайсе купила контейнер пластиковый, и все вот такие принадлежности, которые могут понадобиться, все туда складываю. Контейнер с крышкой закрыл, убрал, мало места занимает, и хорошо. Вот эти вот я тоже не выброшу. Я не знаю, зачем они мне нужны, но вдруг понадобится, у меня их нет. Но опять же хочу сказать, вот эти вот штучки, вот эти крепления, надо аккуратненько удалить, и они нам точно понадобятся. Это крепление. Крепление каких-нибудь деталей можно повесить там. Ну что-нибудь надо. Точно нужно будет. Нам в хозяйстве все пригодится. Так, сделали. Теперь нам нужно сделать основание у нашего фонаря. Любой материал, любой картон, фанеру, что у вас есть? У меня есть картон. Картон нужно вырезать нам дно. Это будет дно. Надо померить, нужно померить размер нашего фонаря и вырезать дно. Это все тоже просто. Так, я вырезала дно, покрасила краской серебряной, можно белой краской, можно золотой, можно красный, если вы хотите красный фонарь, или черный, если вы хотите черный. Как бы, вы знаете, желание ваше. У меня универсальная краска, акриловая эмаль. Покупала я там, где вот все для автомобиля, 500 миллилитров здесь. Вот такой вот красочкой. Кстати, 150 рублей тоже бюджетно. Хватает надолго. Надолго прям хватает. Так, теперь нам нужно склеить друг к другу, приклеить рамки. Клеятся рамки замечательно, потому что когда я их покупала, я смотрела, что вот эта вот ширина отличная. Будем клеить, прям вот так вот приклеивать. Видите, основа для того, чтобы они скрепились, классно. Разогрелся пистолет, и будем мы клеить. Наносим так прилично клея. Видите, прям нагрелся пистолет, хорошо, и клей прям вот он горячий такой выходит. С ручками аккуратно, потому что можно обжечься. И вот так вот мы накладываем. Держим. Если даже клей там выступил, ничего страшного. Все это задекорируется. Все это будет красиво. В новогодний интерьер мы это все поставим, и будет все окей. Так, придерживаем, чтобы клей схватился. Ничего не развалится. А если вдруг у вас клей в клеевом пистолете плохо нагрелся и шевелится где-то,
оторвите и проклейте еще раз. Ничего страшного. Нет ничего, что мы не можем исправить, допустим, в рукоделии. Плохо, когда нельзя исправить что-то в жизни, если происходит у человека, и это неисправимо. Вот тут вот, конечно, очень жаль. А в таких мелочах, допустим, что-то не получилось, оторвали, нагрели пистолет хорошо, клеевой клей, чтобы разогрелся, и еще раз проклеили. Это не беда, девочки. Так. И дальше мы также будем проклеивать здесь. Получится у нас как бы коробочка. Пусть клей у нас хорошо здесь пройдет. Так. Все задекорируется, ничего не будет видно, все будет хорошо. Так. Так. Вот, коробочка у нас получилась. Здесь мы равняем. Очень удачная рамка, что можно вот прям держать ее и крепить. Есть бортики, за которые можно держать. Хорошенечко мы тут проверяем. У меня схватывает клей прям вот сразу. Вот такой вот у нас получился заготовка. Такая вот заготовка под фонарь. Так, теперь мы вот эту нашу конструкцию будем приклеивать к основе. Прежде чем приклеивать, еще раз вот так вот померяем. Если вдруг что-то лишнее, мы неправильно померили, мы можем отрезать. Вот я хочу сказать, что я не хочу, чтобы мне здесь было видно вот так вот. Значит, нужно поближе здесь вот так вот повернуть. И лишнее мне вот нужно будет отрезать. Так, теперь будем вот это дно приклеивать к нашей рамке. Но удобнее, я так думаю, что приклеивать к рамке дно сверху, а потом просто потом перевернем. Это будет дно, просто потом перевернем и все. Так, клеим наше дно. Быстренько, чтобы клей у нас не застыл. Но пока он застынет у меня, это долго будет. Так. Так. И прикладываем наше дно. Хоп. Так, немножечко придавим. Как я сказала, уже можно ведь фонарь сделать в любом цвете. Рамку можно покрасить в черный, в красный, сделать красный фонарь. Можно ничего не красить, а просто рамки выбрать в золотом цвете. Вообще размер, конечно, этих рамок очень классный. Под фонарь прям здорово. Вот. Теперь мы переворачиваем. И у нас получается вот такая коробочка. Что нам остается? Нам остается теперь только украсить этот наш фонарь. Заняться приятной частью, украшалкой. Вот такие вот елочки. Хочу елочки вот сюда сделать. Красота будет. Так. Отлепляется запросто. Берем так вот, поддеваем и аккуратненько тащим. А, так это полностью у нас получается. Здесь еще и олень. Вот такая вот композиция. Но я думаю, ее много. Я так думаю, что можно одну елочку сейчас отрежем мы с вами. И будет у нас поуже композиция. Вот одну елку. Сейчас вырежу. Можно просто снежинки, если у вас нет. Можно снежинки сделать.
Можно что-нибудь еще. А, можно, кстати, у кого есть витражные краски. Так. Вообще фантазия, девочки, у нас. Я тут задумала мастер-класс, записала его. И уже было время, я легла спать. Рано вставать. И что вы думаете? Я пролежала до 3 часов, размышляя. Так. Потом встала, подготовила к мастер-классу все. И уже спокойно, 2:30, я легла спать. Так. Вот сюда, вот в серединочку. Ага, вот. И все равно у меня немножко макушку подрежем сейчас. У елки. Вот так вот. И оно у нас сейчас приклеится. Хорошо. Так. Можно с детишками делать, чтобы они вот нам помогали. Так, все. Далее. Следующее окошко мы будем с вами, я так думаю, вот этим вот елочкой, вот этой вот. Сейчас я ее отсоединю. Клеим. Вот этой елочкой. Сюда мы прилепим ее. Вот так вот. Так же хорошенечко. Вот так вот. Раз, 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 раз. И она прилепится. Так, дальше что у нас? Снежинки есть. Можно вот такой вот замечательной, красивой снежинкой. Вот видите, какая она? Сейчас это уже мы в другое окошко повернем. И в другое окошко. Так вот. Что у нас здесь есть еще? Еще снежинка есть такая же. Мы ее только вниз. Ту наверх, эту вниз. И есть маленькие снежинки. Есть белые, есть сверкающие. Но у нас фонарь, у нас должно все сверкать. Сейчас вот сюда вот мы ее упок. Наверх. Так, что у нас еще? И еще одна снежинка сверкающая. Замечательно. Так. Не хочет она отлепляться. Так, снежинка у нас здесь наверху, здесь вниз. А звездочку? Звездочку? Есть звездочка? Так, есть звездочка. Так, и звезды. Звезды. Также беленькую звезду мы все-таки еще сюда поместим. Так вот. Так, что у нас здесь? Все должно быть красиво, девочки, у нас с вами. Так, снежинка вот так сюда. Так, ну, наверное, здесь будет достаточно. Хотя можно тоже на небеса. В небесах будет у нас вот такая вот тут звездочка в углу. Вот. Короче, вот так вот у нас получилось. Посмотрите, все сверкает. Все красиво. Но это еще не все. Теперь займемся украшательствами. Я так подумала, что вот есть вот эта вот мишура на проволоке. Вот такая вот у меня. Новый год, значит, все должно блестеть и быть красиво. Вот эти вот стыки, где у нас может быть клей, украсим, проклеим вот этой вот мишурой. Вот стык, где клей виден, мы его вот так вот и заклеим как раз вот этой мишурой. Все, замечательно. Теперь я еще думаю украшательством заняться. У меня здесь вот такая ветка, такая шикарная ветка заснеженная. Я так, ну вот, или хорошего качества пластик, или силикон, не пойму, потому что настолько она прям вот мягенькая, приятная. Я от нее отрезала две вот такие вот веточки, приклеила шишки заснеженные, покрытые краской, и вот приклею сюда куда-нибудь. Так, вот так приклеим. Будет новогоднее настроение. Так, ну и вот эти вот замечательные у нас серебряные ягодки. Я думаю, тоже их куда-нибудь здесь приспособить.
Ну, можно бусинки, у кого нет ягодок. Тут как бы не обязательно. И можно их украсить вот куда-нибудь сюда. На клей. Клеим и раз сюда. Так. Ну, такая вот ягодка будет здесь. Так. И следующее. Тоже, думаю, сюда. И больше не будем ничего перебарщивать в украшения. Так. Все, наш фонарь готов. Теперь, для чего мы его делали? Для чего мы его изготавливали? Можно сюда поставить свечу. Настоящую свечу. Можно купить в Икее фальшь-свечу. Вот первый вариант у нас будет вот с такой, с настоящей свечой. Поэтому мы верхушку, вверх, и не делали. Закрывать огонь нельзя. Первый вариант. Я думаю, красиво. Огонь к окнам близко не присоединяется, поэтому вот такая вот у нас будет замечательная сказка. Любой стороной вы можете повернуть, и будет красиво. Но здесь все-таки этим фонарем нужно будет присматривать, чтобы он был у вас на глазах, чтобы, ну, противопожарная безопасность. Можно сделать сейчас, девочки, вот так. Покупали мы с вами, делала я обзор на различные вот такие вот украшалочки. Сейчас мы их сюда. Вот так вот. Свет выключим. Вот такая вот красота получается. Конечно, можно сюда и еще... В фикс-прайсе, кстати, продается набор гирлянды. Есть теплый, желтый, синий цвет. Вот можно их сюда также положить. А еще ближе к Новому году я вам покажу, как я еще украшу свой фонарь. Но больше мне все же нравится с настоящей свечой. Настоящую свечку мы зажигаем и ставим. Вот такой вот у нас новогодний фонарь-подсвечник получился. Я думаю, очень симпатично, недорого, бюджетно это получилось. 4 рамочки, свеча и наклейки все равно мы покупаем на окна. Мне понравился, я делала для себя, для души. И с вами поделилась идеей, которую вот... Не я придумала, но я на ваше обозрение смастерила. Пока-пока. С вами Светлана. Ставим лайки и подписываемся.